Всем привет, меня зовут Лина, и это Котор второй, мы с вами продолжаем. В общем, мы встретились с вами в предыдущий раз с нашим старым добрым джедаем. Он нас чему-то научил. В целом все. Так, тут, короче, утро все еще. Узнали о жене. Я нашла ее. Я работаю над этим. Подожди, так, подожди, что? Его... Я же ее нашла. И я никак не могу ее спасти. Что? А уже как бы все. Я уже, получается... тут все прошло. Вы меня, конечно, в комментариях очень порадовали, в кавычках, тем, что я, типа, выхожу на финишную прямую, а у меня было ощущение, что я еще даже и половину игры не прошла. А чё? Так, понятно, я тут одна. Я, несмотря на то, что, типа, самая сильная из всех... Ёпта, пою налево. Цели взяты. Назовливая цитирование, давай же приступим к налаживанию связей и осуществим ликвидацию враждеб. А я одна. Так, вы встретили одну из групп НК-50, тем не менее НК-47 нуждается еще в двух, чтобы получить местоположение фабрики. Вы, в общем, мне также советовали очень активно, что-то можно сделать. А можно я просто добегу и их нахер расхерачу, а? Ну, например, вот так, да. А то я, блин, играть в горячую картошку с ней буду довольно долго. Ага. Чистим что-то там, мастер, да. Апгрейд памяти дроида. Останки. Дроидный распылитель. Ну, допустим, а куда мне надо идти? В итоге. Забудшие джедаи, вы встретили The Sky Elona, наша, да? Поговорили с ним, он согласился встретиться с вами в анклаве джедаев на Дантуине, когда вы соберете всех магистров джедаев. Я так понимаю, мне надо вернуться на свой черный ястреб, да? Я, блин, наспех завязала волосы, потому что включила вентилятор, безумно жарко. И, в общем, если я... Ну, хотя ладно, вот так можно сделать. Я просто смотрю в ОБС, и мне не нравится, как я выгляжу. Ну, в целом, это вообще часто явление. Так, посадочная площадка. Вы меня будете до бесконечности, что ли, третировать? Я, конечно, ничего не имею против. Потому что, как оказалось, почему-то моя джедайка прям может всех раскидать. А все остальные... Мои сопартийцы, которых качала система, да, и которые, по идее, должна быть... Которые, по идее, должны быть самые прокачанные, они почему-то не могут делать ничего. То есть, я с вашей помощью сумела прокачать персонажа. Вообще, очень хорошо. Спасибо вам большое за ваши комментарии, ребята. Я надеюсь на наше сотрудничество и в будущем. Потому что иначе у нас будет зрелище из серии «Стример забивает врагов булками смотреть». И явно не теми булками, на которые вы рассчитываете, а хлебобулочными изделиями. Так. Вога. Гота нет.
Это значит, что пора обсудить деловые вопросы. Мои грузовозы уже приступили к работе. Я начну торговлю с Телосцами, однако я считаю, что мое предложение они воспримут неохотно, если я приду ни с чем. Вот. Эти кредиты должны компенсировать твои затраты и услуги. Я ожидаю, что ты выполнишь то, о чем я попросил. Если нет, тогда ты увидишь, что наслаждение этими кредитами будет недолгим. Теперь уходи. Я не настолько к тебе привык, чтобы оставлять при себе. Вога Хат попросил вас поговорить от его имени с лейтенантом Греном по поводу подписания торгового соглашения. Хорошо. А я могу что-нибудь с Кат Гончими сделать? Ага, 10 раз. Тивая ваза? А, оставить урну. А, я могу, походу, что-то подсыпать туда. Головорез Воги. Склад. Еще склад, заперто. Я, видимо, могла что-то усыпляющее туда подсыпать и таким образом усмирить гончу. Так, это мне не надо, и вот этого тоже мне, походу, не надо, да? Да, в Джек-Джек-Таре на меня все нападали. Звучит восхитительно. В Джек-Джек-Таре на меня все нападали. Так, значит, что мы сделали? В анклаву Воги мы сдали. Ночлежка, да? Отсюда мы вышли. Здесь как раз-таки нас поджидали. Сюда мы еще не ходили. Но выглядит, конечно, так, как будто нам сюда и не надо. Куча обслуживающих дроидов. У нас еще здесь какой-то чувак, который управляет дроидами. То есть вообще на самом деле мы Наршадата и не сделали. Мне кажется, это вот реально такой просто мир непознанный. Если окажется то, что тут ну, невозможно прям 100% все пройти, я посмеюсь и скажу, что молодцы ребята. Потому что эта реиграбельность будет огромна. Ты, когда будешь начинать вторую новую игру, ты уже будешь знать, что тебе надо качать, например, да? Что отвечать и так далее. Единственное, что ты скипать будешь все диалоги. Ладно, ребята. Давайте сделаем это по-быстрому. Да, в смысле? Поехали. Да-да-да, цели взяты, ликвидация, вот это вот все. Ребят, я вас ликвидирую впервые, спорим? Спорим, я вас ликвидирую впервые. Минус один. Короче, вы мне там насоветовали, из того, что я запомнила, Атошке лучше дать один... клинок, потому что двуручным он промахивается, а у него хороший дуэльный. Вот, еще бы скрафтить цветовой меч. Самой. Я запоминаю, я читаю, точнее, ваши комментарии, но не всегда, конечно, их запоминаю. Кек. Это смех сквозь слезы. Я бы сказала, конечно, что тогда, когда я играю сама, я играю лучше, но нет. Как показывает практика, я играю так же. Я просто отыкаюсь, как слепой котенок в игру. Потом со временем понимаю, и когда вот начинаю играть заново, у меня уже становится все попроще. Так было с драгонягами. Мне было попроще, потому что я драгоняги уже проходил и Mass Effect. А вот Котор я, в принципе, прохожу в первый раз. На нас ругаются. Спасибо, Т3. Пожалуйста, скажи мне, о чем говорил Келборн? Я получил для тебя срочное послание от Ковара. Возвращайся в лагерь как можно быстрее, я расскажу больше. Он получил сообщение от Ковара. Да, нам следует вернуться в лагерь мандалорцев. Ну, давай, ладно.
Ай, ну ЧК-47, я не осознавал, что ты все еще существуешь, особенно теперь, когда активированы иные поколения. Запрос, что тебе надо, толстый? Я вижу, твоя недавняя пересборка не повлияла на твое поведенческое ядро, как и на твой гонор. Высказывание. Если мне на будущее понадобится схожая диагностика, я разыщу Иридонца. О, я так не думаю. В первую очередь нужно проделать много работы. Запрос. Имели ли мы несчастье встретиться прежде? Кажется, я бы запомнил такого крупного, как ты. О, да, мы встречались, и я с тобой еще не закончил. Алло? Балдур, походу, сканирует. Аккуратненько. Почему ты здесь? Потому что я сказал ей, рассказал ей все. И теперь ты свободен? Ага, так что никаких больше угроз, никаких больше твоих запросов. Мы с тобой закончили. Думал, я тебя вообще держал? Ты еще больше дурак, чем я думаю. Воистину держался здесь ты сам, и дай покажу почему. Когда-то я держала галактику за горло. Как однажды ты держал за горло ее, позволив ей медленно умереть. И своих эмоций в тот момент ты и боишься. Я владела мощью, что тебе не представить. Все, что я видела, было усеяно возможностями, простираясь наружу и касаясь мира вокруг. Я все это видела, все, чем является сила. И лишь когда меня от этого оторвали, тогда я увидела воистину. Я знаю, что зарыто глубоко в тебе то, что прячешь за отчаянными мыслями, своей виной, своей похотью. Я могу отпереть эту часть тебя в любое время, когда пожелаю. Простая эта вещь, человеческий разум. Стоит ему сильно что-то почувствовать, и оно отпечатывается в памяти. Мне показать тебе ту часть тебя, что голодала по убийствам джедаев, что испытывала от них удовольствие. Или, наверное, ты продолжишь внимать моему совету, а я проигнорирую твои жалкие попытки освободиться. Теперь оставь меня, убийца. Мне больше нечего сказать такому, как ты. А чё ты руками разводишь? Чё ты руками разводишь? Я вообще не в курсе, что тут происходит. Рэй, блин, какие-то свои шуры-муры, бля, крутят. Визас. Давайте я чему-нибудь научу. Я учила, чтобы ты стала сильнее. Я не понимаю, но выбор за мной, даже если не разрешите. А еще вопросы есть? А еще что-нибудь? Обучить? Контроль дыхания. Ага. Все, я не могу ее ничего научить. Если честно, я понимаю, что можно всех сделать джедаями, и это круто. Так, мне надо разобрать. Ну, бластеры, наверное, я все нахер тогда разберу. Потому что я вроде всех снарядила. Модификация. Я всех вообще снарядила. Я, если что, я буду, короче, рыдать, биться и так далее. Ну, во, что я запомнила. Тяжелую броню нахер можно разобрать. Вот. И это меня, несомненно, радует. Среднюю броню я, наверное, вот как-то вот... Не знаю даже, да? Ну вот на легкая броня. Так, собрать. Что я могу собрать? Длинный меч. Рукопашный, энергетический. Модификация. Арки джета.
Ничего не могу. Световой меч. Не могу. Не могу ничего сделать. Так. У меня просто еще тут... Не-не-не. Создать. Я могу создать. Я ничего не могу создать. Разобрать, создать. Ладно, хер с ним. Я все разобрала нафиг. Итак, Баудур. Да, генерал? Дайся ты. Я на мели, хорошо. NHK. Подсказывать. Хозяин, если вы позволите на мгновение, я вынужден проявить некоторую степень раздражения вашими действиями. Наверное, мои ожидания от работы с тем, кто служил на Малакоре 5, были завышены, но вы перечеркиваете их всех. Всё? Ну, высказывание. Ну, все ваше поведение до сего момента намекает либо на сильное раскаяние, либо подтверждение, что зверства, приписываемые вам в войну, были по сути несчастными случаями. Я не горжусь тем, что я сделала в ходе войны. Я поступала намеренно и с радостью повторю. Не. Высказывание. Я так и подозревал, хозяин. Мало кто захотел бы обсуждать такие вещи с дроидом-убийцей, и это абсолютно можно понять. Бишь, каков прок от общения в галактике вроде нашей? Столь черствым делом можно достичь понимания и добиться симпатии. Вы правильно храните молчание в своем прошлом. Я видел, какой приносит ущерб подавление таких вещей, а травмами подобные Чего? А зачем ты спрашивал? Ответ. Ну, за тем, что ваши тогдашние и нынешние действия связаны, и я ощутил нужду в некотором контексте. Признаю, что здесь я несколько требователен. Что ты имеешь в виду? Высказывание. Временами, хозяин. Мясным мешкам бывает трудно сделать шаг назад и малость оглянуться на смерть и ее важность в своих малозначимых жизнях. Объяснение. Видеть их ли, хозяин? Убиение – очень универсальный инструмент. Я видел, как устранение единственной мишени может иметь долгоиграющие последствия для нации, мира и даже галактики. Резонанс даже от самых малых жизней, как оконченных, так и действующих, может иметь глубокие последствия в истории. Но это вы, конечно, осознаете. Это как так? Высказывание. Ну, ваша собственная жизнь, хозяин. Одна ваша жизнь изменила лицо галактики и самой истории. Малакор 5 был впечатляющим актом разрушения, но его влияние на жизни других галактики было куда обширнее. То есть, хозяин, вы принесли расе мандалорцев смерть. Я сомневаюсь, что они это уже осознали, но вы нанесли им удар, от которого они никогда не оправятся. Мандалорцы это заслужили? Ну, блин, мне не нравятся оба вообще, на самом деле, варианта. Типа, не пытайся оправдать мои и свои, и мандалорцы это и заслужили, но... Выбирая из двух зол, типа, мандалорцы это заслужили и оправдание, я выберу оправдание. Резкий ответ. О, хозяин, ничего я не пытаюсь оправдать. Лишь провожу наблюдение. Ничто не отменит того факта, что я получаю удовольствие, обрывая чужие жизни. Я лишь пытался обратить ваше внимание на смерть, как и ее вклад. Кто-то трогал Нави компьютер. Голосовая печать. Имитировать языки пошла в жопу. Оказался разбросанным. Было болезненным. Другие НК-единицы. Где создаются клоны. Почему ты нуждаешься во мне? Первое, они появляются рядом с вами. Хорошо. Кто был предыдущим хозяином? Влияние неудачно. Зачем ты спрашивал о мандалорских войнах? А нужду в контексте. Охотящиеся ситхи, наносить удары. Так, по-моему, мы все, да? Да. Очки света в стороны и потеряно влияние на очки. Ну, тут, если честно, вот я во многих играх занимаюсь сейвскамом, типа загрузиться, что-то повлиять, но я тут, если честно, я не хочу. Когда меня захватил Гота, как тебе удалось найти его яхту? Ты прокрался на склад воинов Логи, чтобы украсть коды?
все нужно за вас, кожаных, делать. Ничего не умеете без меня. Блин, оставил вас без присмотра на 5 минут. Одну покрали, вторую что-то там за это. Третью вообще пошел прямо в руки к врагам. А кто передавал коды на яхту Гота? Тебя это вообще волновать не должно. Дроиды, интересно. Так, рутинный техосмотр. Сорян. Модифицировать предмет. О! А, это ходячий верстак, походу, да? Внезапно осознала Лина. Дай шип. Проапгрейдить. Куча компьютерных шипов, короче, просто взяла и к нам залетела. Угу. Ну, это стандарт, когда в конце одной большой миссии ты, получается, обходишь своих сопартийцев и узнаешь, как у них дела. Крея. Yes. Да, ты пришла с вопросами. А давай больше о силе. Ладно, что-то непонятно. Знала Эйтрис. Я все это у нее спрашивала. Но почему-то с Крей я не могу нормально поговорить. Больше о силе. Узы. Моменты стресса. Преимущества. Степ силы. Больше о силы. Прислушиваться. А, внезапно урок. Ты прошлась по чужим поверхностным мыслям, это было лишь начало. Обрети покой, на этот раз утихомирь собственные мысли, держи их на месте. Вообрази воды зала тысячи фонтанов, как каждый поток внезапно стихает и восстанавливается. Вообрази лед Телоса, холодный и гладкий, как он скапливается на плато. Теперь отдались, почувствуй корабль вокруг себя. Сорви его металл, узри души и сознание тех, кто... кем наполнены его коридоры, где еще больше мысли, грез и волнений, чем может заполнить пространство корабля. С уходом стоп моих с пепелища Катары я не убоюсь, ибо в страхе лежит смерть. А если подниму уровни газа Тибаны в карабине, то будет достаточно, чтобы пробить дыру даже в тройной дюрастали. Нам будет нужно такое оружие, если Республика раскроет лагерь на Ксане. В этом месте так тихо. Не сравнись с нашей, да. Даже не знаю, зачем я здесь. Интересно, какая сейчас награда за джедая? Не пойму, как эта джедайка сохраняется в форме. Она едва ли отличается от тебя на голозаписях. Похоже, она от природы прекрасна. Переверну карту, плюс 1, минус 1, счет будет 9-10. Переверну карту, плюс 2, минус 2, счет будет 8-11. Переверну... У тебя один пазак в голове? Ваш приказ все еще раздается эхом, генерал. Я подчиняюсь, как и было на Малакоре. Внезапно совершенно урок. Я не была к этому готова. Я думала, я снова перетыкаю. И типа ничего не добьюсь, а она... Ну, это продолжение того урока, как она на Нар-Шаддаа заставила нас слушать Нар-Шаддаа, мы там что-то почувствовали, она такая, ты коснулась только поверхности, а сейчас копнем поглубже. Этот звук на заднем фоне, что это? Это, видимо, твои мысли. Не сейчас. Сосредоточься на моем голосе. Да, тебе пока еще рано думать. Малакор, слышишь меня теперь? Услышь, воистину. Я слышу тебя, и это невероятно.
Везде у вас первые шаги на более долгой дороге, изгнанница. А чё дроиды? Дроидов подобным образом не прочесть. Что да и народ, сослуживший с тобой на войне, его мысли посложнее и требует во многом переводного осмысления. Зачастую лучше читать импульсы и образы, чем вербальные мысли. Вот почему для тебя он нем. Я обнаружила, что его импульсы холодны, будто мертвый груз. Мысли его во мраке. Но до меня кое-что дошло от Балдура. В самом деле? Странно, что не услышала я. Ну, возможно, мы служили вместе, поэтому... Наверное, я бы не придавала таким вещам особого значения. Задели ее за живое, мы услышали, а она нет. Все, пошла по трубам. Еще не так было что-то с мыслями Атона. Конечно, не так. Это потому, что Атон не играл в Пазаак, хоть и пересчитывает карты в голове. Временами он перечисляет двигатели секвенсора, заучивает гиперкосмические маршруты на том конце галактики, считает такты в силовых креплениях, хоть их уже и чинили в иные времена. Он воображает некие основные страсти, некие низости. Может статься, что Атон куда смышленнее, чем прикидывается. Или, наверное, он просто дурак. Наверное. Давай я его проведаю. Я только что подумала о том, что сидишь ты, короче, сканируешь корабль, ну просто чтобы там, да? А Тон, короче, решил вообразить себе всякие низости с твоим участием. Вот неловко было бы. Слушая мысли компаньонов, я расслышала нечто похожее на эхо. Задавалась я вопросом, но твои силы вправду велики. В галактике есть места, насыщенные силой и светом и тьмой. Рождаются они там, где изобилует жизнь, и там, где превалирует смерть. Миры, поверхности которых изрыты могилами, чьи крики эхом раздаются в силе. Порождать подобные места дано людским воинам, оставляя раны на самой галактике. Тобой было услышано эхо прошлого, и оно продолжает путь. Ай! Я не увидела, чего она мне сказала. Больше о силе. Формы светового меча. Окей. Чё-то я поделала. Причём с Крей реально какая-то ситуация, типа, чё-то я с ним поделала. Да, чё тебе надо? Дай стимуляторов. А ты мне будешь до бесконечности давать? Стимуляторы. Да, он тебе отдал последний. Окей, кек. Ну, и, типа, разбирать стимуляторы и собирать из них медпакеты. Yes. Да, ты пришла мне что-то предложить? А, обходные проходчики? Точка ничего. Навыки. Спасла республику. Чё, свою пушку достал? Прикол. Дроид мастер. А вот тут типа ученик, да, будет? Добрый, нейтральный? Мандалор нейтральный? Серьезно? Короче, злой у нас только вот этот вот дроид. А, тут, короче, можно пофармить его этот влияние на него, да? А это вместо кошки теперь стоит тут. И тоже, как кошка, ко мне будет подкатывать, да? Могу ли я у тебя что-нибудь спросить? Что такое? Твое лицо. Ты светишься. Ну, не на самом деле светишься, а ты будто бы в полном умиротворении. Даже больше того, ты ведь не жуешь пряность, так ведь?
Когда ты в соприкосновении с силой, другие это чувствуют. Ну, оно и видно, как будто тебя подключили к силовой муфте. Это странно, неплохо, просто странно. На минуту я подумал, что вы с Атоном... А дело просто в силе. Мы с Атоном что? Ну, ты знаешь, подключить силовую муфту... Чё? Джедаи наружу-то выходят? Я спросила, не было ли у вас двоих, ну, знаешь, интима? Он мне не безразличен, но я не могу сейчас позволить себе формировать. Типа, у нас нет таких отношений. Я скорее закалюсь, я свято... ну, молю... Да, конечно. Братец-идиот, мне кажется, Атон реально будет поумнее многих из нас. Ну, давай это, типа, не безразличен. Поняла, просто проверяла. Дай гранаты. Дай гранаты! Ты выглядишь растревоженной. Это все эти странства заперти на этом корабле. Все просто слишком тихое. Слишком тихое. Я бы лучше что-то делала где-нибудь с людьми, в делах, где жизнь на наша, да? Да, какую-то планету. Я какое-то время планету не покидала. И, пожалуй, я к ней привыкла. Как так? Ну, наша, да, может быть, одной из самых больших источных ям в галактике, но на ней жизнь, деятельность. И народцы, люди, беженцы — это как шум, только расслабляет, как гипердвигателя. Крей однажды показала мне, как услышать наша, да, как все живое на ней соединяется, привязываясь друг к другу. Ага, ну, так далеко я не зайду. Я поверю в это, когда услышу. Ну, может быть, однажды я тебе покажу. No, нет, спасибо. Можешь yourself. Оставить свои джедайские учебки себе. Я уже знаю на наше влияние неудачно. Тебя вырастили на наше, да? Влияние неудачно. Ну, может, поговорим? О чем? Понимаешь, мужчин? Конечно, легко. Поэтому я так одеваюсь. Когда они осматривают тебя, ты можешь стукнуть их в основание черепа. Конечно. Полагаю, может сработать, да. Когда тебе нужен мужик, врежь ему ботанской глушилкой, а затем, когда он кричит от боли, нацепи на него пару электрошок. Затем помори его голодом, пока не станет открыт для предложений, перепроверь награду. Жесть какая! Ударить мужика по голове, заморить голодом, когда он будет готов на все, проверить, а можно ли за него взять... Ханхар. Ханхар стал охотником за головами, потому что это ближе к тому, чем он занимается. Кредиты для него не суть. Все гораздо хищнее. Для него как будто суть в том, чтобы заставить страдать всю галактику, каждое живое существо. Он хочет сломать их, испортить. А когда они не смогут больше страдать, хочет им смерти. А что между вами произошло? Я его как-то раз не убила. Самая большая ошибка. Что ты имеешь в виду? А, это длинная история, пошла в жопу, ладно. Давай поговорим. Я хочу у тебя узнать получше. Пытаешься быть моей мамой? Нет, спасибо, уже бы ладно, где-то. Но я просто подумал, что тебе могут быть нужны друзья. Нет, спасибо, мне не были нужны друзья на наше, да? И сейчас не нужны. Почему ты не убиваешь свои мишени? Я убивала раньше людей. Только если надо было. Потому что все живое соединяется. Малакор это доказал. Ты знаешь, каково потерять семью даже для твоих мишеней. О, я-то? Так вот. Как ты вообще собираешь... Чего? У джедаев нет семьи. Я знаю, что было на Малакоре 5. Я знаю, что джедаям жизни там были безразличны. Я никогда не переставал пытаться защитить других, даже на Малакоре. Уйди от меня! В следующий раз, когда придешь задавать вопросы, клянись, я застрелю тебя в голову. Внезапно! Здравствуй, Атон. Я слыхал, вы с охотницей за головами подружились. Я тебя не виню, Анна Задира. На наше, да, долго не проживешь, если не будешь таким.
Ты знал Миру, Атон? Знавал я таких, как она. Может быть, и без ракетниц, но почти таких же. Может, и без таких декольте с сапогами. Лучше не дай заволновать тебя тем, что она говорит. Удивительно, что ты вообще докопалась до ее характера. Она холодна, как корабельная обшивка. Еще вопросы? Типа, и все, я со всеми поговорила, да? Было. Угу. Ок. Пирагус. Станция Цитадель. Дексун. Мне вот интересно, а будет ли каким-то образом, типа, таймер тикать? Потому что я бы... Пирагус уничтожен. Я бы прошлась по местам боевой славы и глянула, что там есть. Потому что, ну, бэктрекинг, я так понимаю, тут подразумевался, если нам предложили поговорить от лица Воги. Я так понимаю, это как и в первом которе, короче, загрузка локаций. Бэктрекинг хорош тем, что когда ты возвращаешься, ты понимаешь больше, что происходит. Мне, наверное, надо взять тех, кем я еще не бегала. То есть это Мандалор и Мира. Я не уверена в текущем составе партии, но что поделать. Так. А почему мне говорят, что я что-то не посмотрела? Отсек контроль. Пошла в жопу. Понятно. Понятно. А, терминал. А, шлюз первого отсека. Заперто. Серьезно? Открыть дверь. А чё вы не открываетесь автоматически, вопрос? Ой, здрасте! Так, окей. А что у нас по навыкам? Обработка ран, убеждение, взлом, бдительность. Бдительность нам очень помогает в диалогах. Так, бафы я взяла все, которые хотела, да? Отторжение энергии, щитом силы. Угу. Это пробафать все. Вернуть жизненную энергию павшему в бою. Подавление разума. Это дроидов захерачить, да, получается? Обман разума. Унифицировано. Любых недроидов прокрасться мимо них. Понятно. Это темная сторона. Унифицирована. Бросок светового меча. Атаковать цель. Угу. Заглушение силы.
Снимать эффекты. Толчок силы. Противник отбрасывается. Прикольно. Шок. Это темная сторона. Темная, темная, темная. Ну, давайте мы толчок сделаем. Принять. Путешествующий. И торец, путешествующая. Я, по-моему, наладила же, получается... этот... торговлю. Дурс. Информация о пассажире. Великие расходы, 25 кредитов, батурем. Я пойду. Что нам сказали? Вы выяснили, что убийца, замаскировавшись под батурем, пытался убить вас. Он прибыл на станцию Цитадель Старшадат. И вы мне предлагаете на Шада вернуться? Вы встретили три группы НК-50. Когда вернетесь на Черный Ястреб, у НК-47 должно быть уже достаточно информации, чтобы найти местоположение фабрики. Хорошо, Килборн Сксана передал вам, что у магистра Ковара для вас срочное сообщение. Может понадобиться. Офицер? Атезерка. Заперто, хорошо. Точнее, плохо. Ну ладно. Протокольный дроид. Вот эта станция Цитадель, конечно, очень напоминает станцию Цитадель из Mass Effect. Ну, прям очень сильно. Тоже такое главная штука, через которую все проходит много всякого. Так, житель Телоса. Протокольный дроид. Надо с чуваком поговорить, наверное, да? Итак, вы вернулись. Вы не собираетесь брать меня под арест? Хоть я и был встревожен, что вы предпочли слушаться приказа и найти транспорт, вопрос с тех пор решился. Власти республики решили, что ваши показания уже не понадобятся, и вы были отпущены. Но, как мы выяснили, вы уже уехали. В каком-то смысле нам даже повезло. Избежали неловкой ситуации. А с чего бы республике менять свои взгляды? Это зачем вообще республика что-то делает? Голова не знает о том, что делают ноги, а руки даже не знают, что у них есть пальцы. А уж тем более о том, где они у них. Мое мнение, они наверняка провели свое независимое расследование и выяснили, что вина была не ваша. В любом случае, вам стоит радоваться, что я решил закрыть глаза на факт вашего побега из-под ареста. Ну, спасибо. Да, это все, можете вернуться к работе. Информация насчет Батурема. Батурем убийцы. Он прибыл с Наршада. Стыковочный отсек 3. Опять подозрительная активность в частном доке Зерка. Вот будь у нас что-то более конкретное, я бы смог начать полномасштабное расследование. Но Наршада, похоже, вы нажили себе могущественных противников. Вот награда, а если еще что-то выясните, сообщите мне. Хорошо. Я проблемы с топливом решила. Правда? Это отличные новости. Здешние ситуации совсем не улучшились. Что вы узнали? Вогахат ищет рынок сбыта. Вогахат? Это нелепо. С чего вы взяли, что мы на это согласимся? Ну, у Воги есть много топлива. Изобилие топлива нам в данном случае не сильно помогает. Это ресурс, который нуждается по всей галактике. Все же выбор у нас невелик. Нам нужно топливо и поскорее. Я обсужу это с советом Телоса и настаю на заключении сделки с Вогой. А теперь уверен, я давал вам слово, что за информацию касательно нового источника для станции будет вознаграждение. Поначалу не задумывался, что вы за ним вообще явитесь, но я человек своего слова, так что вот. А сейчас мне нужно... Надо немедленно сообщить информацию совету. Еще кредитов подрезали, ладно. Ой. Привет. Васливо выглядишь, пока я сижу в клетке. А ты кто вообще? Я забыла даже, кто ты такой.
Так, шкафчик ТСБ я весь ограбила. Офицеры ТСБ, офицеры ТСБ. Тут, получается, мы все сделали. Ситуацию с топливом мы решили. Ой, контина, наверное, рано еще. Хотя, может, нет? Да давай заглянем в контину, ладно. Что там происходит? Как дела, ребят? Так, с тобой нет. Короче, не могу ни с кем говорить я, да? Не, я ни с кем не могу. Партия в ПЗАК. Карты на продажу. Ну, давай давай сыграем, ладно. Давай просто так. Семь. 14. 22. А, минус 4. Противник выиграл сет. 5. 12. 14. 24. Не, проиграла. Обратить карту в руке. А, прикольно. 9. 11. Вы выиграли сет, кек. Да, карты перевертыши прикольные. Вы выиграли сет. Ай! Я проиграла. Ладно, я просто потыкала для своей удовольствия. Так, участвовать в заезде, пожалуй, не будем. Пока мне денег хватает. Я сразу предупреждаю, что я записываю две серии подряд. Вы знаете, что это значит. Так, что-нибудь интересует, да? Что у тебя есть? Медпакет. Темный падаван. Масаси. Короче, мне нужна Джао Шей. Космодавчик. Нет. Запальные перчатки. Компьютер, взрывчатка, взлом. Спас бросок на все. Крытность. Кристалл. Закрыть. Так, ладненько. А, этого мы сдали, точно. Этого же мы сдали. Здесь, по-моему, ничего нету, да? А, нет, есть.
Перекрытая модульная дверь, которая заперта. Окей. И живой модуль. Так. Надо начать с самого начала. Но, по-моему, у нас особо-то ничего и нету здесь такого. Житель Теваса нет. Никого не... Его? А, ящик я уже обыскала. Тут ничего нет. Просто интересно... Оп, женщина пропала. Была и пропала. Ага. Апартаменты. Взлом невозможно. Может, мы вообще кардинально все нафиг сломаем? Кредиты для меня. Удостоверение. А что за удостоверение? Запчасти для дроида. Какое-то удостоверение он мне выдал. Я уж забыла про него. Заперто. И не открыть взлом невозможно. Так давай расхерачим, блин, вот здесь вот. Совершенно пустые апартаменты. Ладно. Заперто. Ну, короче, да, на Теос, если возвращаться, то видим... Кровать. А, мы тут пали. Это наш перевалочный пункт был. На Теос, если возвращаться, то только вот собрать все квесты, получается, да? Корпорация Зерка. Мне кажется, сейчас зерковчане не особо нам будут рады, да? А, ну тут никого и нету. Мы тут всех вынесли. А вам посрать, да? Ладно, не буду испытывать судьбу. И нам надо к итерцам потыкаться. Это будет последнее на сегодня. Хотя итерцам, по-моему, вообще абсолютно срать на меня сейчас. Так, ты мне что-нибудь сделаешь? Возвращением. Понятно. Он мне ничего не сделает. Окей, ну, получается, мы пробежались по станции Цитадель. Ни у кого не сработал квестовый... Ничего. Растение бочани. Оставить. Да, там у нас был квест, типа, то ли испортить, то ли украсть его. Вот. Мы решили ничего не делать. Ну, реально, такая ностальгия. Ты возвращаешься оттуда, откуда ты начала. Здорово, сказала бы я, но нет. Так, это медотсек. Я, на самом деле, предлагаю бы, наверное... Чего? Подожди, медотсек. Я предлагаю на сегодня закончить. Подожди. Андеронский дипломат. У него лицо такое хитрое. Прям хитрющее. Что ты такое хитрющее прям. Терминал. Выход. Кек. А здесь... Ничего не могу сделать. Оп, Мандалор телепортнулся. Мира там что-то поделала. Ну, ладненько. То есть, получается, на Телосе мы смогли сделать что? Правильно, мы договорились насчет топлива раз. И мы
забрали свое удостоверение зачем-то два. И я думаю, что на этом тогда все с Теосом мы, да? Офисы, подъемник отсека шаттлов. Да, мы пойдем к отъемке. Вот, но это, видимо, я дойду уже за кадром, чтобы не бегать туда-сюда впустую. Вот, давайте мы на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Я вам буду очень благодарна за поддержку, видео, лайк и комментарий. Подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. И у нас есть ВКонтакте, Телеграм и Дискорд. Все ссылочки в описании. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи. В зависимости от того, когда вы это смотрите. Мы с вами увидимся уже в следующий раз. Берегите себя и пока-пока.